С 20 по 26 января в дежурной части полиции Лугилужского района поступило 276 сообщений о происшествиях и преступлениях. Всего за неделю было возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 6 преступлений. Первая кража произошла 20 января. В Лужской межрайонной больнице из женской сумки было похищено 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена гражданка 1993 года рождения, которая взяла из шкафчика чужие вещи и сумку, из которой и похитила деньги. В ее отношении возбуждено уголовное дело. В период с вечера 25 января по утро 27 января из актового зала школы номер 4 был похищен принадлежащий школе ноутбук. Предполагается, что похититель проник в здание через окно. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия. И напоминаем, ряд услуг полиции доступны в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и в офисах многофункциональных центров «Мои документы».